Мечты должны осуществляться, особенно в канун Нового года. Сегодня мечта сбылась у 8-летнего Вадима Прилуцкого. Напомню, в начале недели губернатор Александр Гусев снял с елки желаний, установленной в здании регионального правительства, бумажный шар с запиской школьника, рассказавшего о том, что всегда хотел попробовать себя в роли машиниста. Всего таких шариков было около 30, а остальные достались вице-губернаторам и руководителям департаментов. Новогодний подарок второклассника Вадима начался с утренней экскурсии по музею Юго-Восточной железной дороги у Центрального вокзала. Здесь мальчику и его родителям показали модели паровозов, курсировавших по стальной магистрали в начале 20 века, рассказали, как во время Великой Отечественной дорога обслуживала 5 фронтов и продемонстрировали парк ретро-поездов. Затем основная часть губернаторского сюрприза на некоторое время Вадим стал частью локомотивной бригады и вместе с машинистом, помощником и родителями прокатился в кабине самого популярного в странах СНГ грузового тягача 2Т-116. В пути железнодорожники показали мальчику, как давать гудок, трогаться, набирать скорость и плавно останавливаться. Поездка длилась полчаса, но их хватило, чтобы это простое и яркое чудо пополнило копилку радостных эмоций Вадима как минимум еще на несколько месяцев. «Мы будем долго плоды пожинать. Надолго. Ну, до следующего Нового года, я думаю, точно. После поездки я уверена, что он определился 100% теперь, что именно с поездами, с дорогой, с конструкторством будет связывать свою жизнь дальнейшую. Очень интересно, было приятно смотреть, что у Вадима все получается. Как его хвалил машинист, что он славливает все на лету и что они его ждут. Это было приятно. Мне показали, как проверять тормоза, как набирать скорость. Как менять секции в поезде. Я очень люблю поезда. Я вблизи никогда не видела этот тепловоз и хотела прокатиться на нем. Я хочу стать в будущем машинистом.